Мы все живем в Краснодарском крае, одном из самых прекрасных регионов России с богатейшими природными ресурсами. Но для того, чтобы сохранить окружающую нас природу, нужно об этом постоянно заботиться. Компания «Газпром-добыча Краснодар» всегда уделяла особое внимание решению проблем экологии и сбережению природы, работая прежде всего с молодежью. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром-добыча Краснодар» одну из своих главных задач видит в сохранении уникальной природы приазовских плавней. На счету нефтегазодобытчиков множество природоохранных мероприятий. В станице Черноярковской ими была проведена эколого-просветительская акция «Просвети» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе ярче». В этот раз мы проводим совместное мероприятие, эковикторину, совместно с Кавказским биосферным заповедником. Мы надеемся, что своими подобными мероприятиями мы сможем заинтересовать ребят в области охраны окружающей среды. Учащиеся 48-й школы, участники акции, узнали много нового о заказнике «Приазовский», с которым граничит станица и который перешел в июне нынешнего года в ведение Кавказского заповедника. Те из вас, кому интересна природа, смогут присоединиться к этим исследованиям и помочь нам изучать эту территорию и разобраться, кто же здесь бывает и в какой период времени. Ребятам было очень интересно услышать рассказ о Кавказском государственном природном биосферном заповеднике, о том, кто его населяет, как охраняются дикие животные и природа. Представители общества «Газпром-добыча Краснодар» и сотрудники заповедника постарались пробудить интерес у детей к теме сохранения окружающей среды. Вполне возможно, что многие из этих ребят в будущем активно присоединятся к экологическим мероприятиям. Нам сегодня важно заинтересовать ребят, вовлечься в эту работу, да, чтобы они хотели больше узнать о крае, в котором они живут, изучать птиц, изучать насекомых, изучать водных обитателей. То есть у нас сегодня такая миссия – зажечь огонь и интерес в их сердцах к охране природы. Для школьников, которые разделились на группы, провели тематическую викторину на знание пернатых обитателей заказника. Ребятам пришлось проявить незаурядные эрудицию, внимательность, знание природы родного края и, конечно, сообразительность и быстроту реакции. Все это было очень интересно учащимся. Нам рассказали о приазовском заказнике, что нужно беречь природу, сохранять жизнь птиц и различных животных. Также у нас проходила викторина, в которой мы узнали различных птиц, животных, также пополнили свой словарный запас. Победители и призеры викторины получили дипломы и призы от организаторов мероприятия. Также были подведены итоги фотоконкурса. Самых активных ребят наградили памятными подарками – красными книгами мира. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».